В этом году заветный диплом по окончании «Альма-Матер» получат 12 500 молодых специалистов Югры. Именно профессиональному образованию, а также карьере выпускников высших и средних учебных заведений будет посвящена следующая прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой. На встрече глава региона вместе с выпускниками, их родителями и представителями органов власти обсудит работу окружных центров карьеры и трудоустройства и колледжа креативных индустрий в Советском, а также расскажет об открытии многопрофильного колледжа в Югорском государственном университете. Добавлю, прямая линия состоится в эту пятницу в 12:00. Трансляция будет проходить на личных страницах Натальи Комаровой в соцсетях, а также в официальной группе «Югра» во ВКонтакте.